Путешествовать по Московской области участницам клуба «Золотая осень» не привыкать, только в этом году они объехали несколько храмов, побывали в разных городах и даже посетили молочную ферму. В этот раз жительницы поселка совхоза имени Ленина отправились в парк «Патриот». Началась поездка с музейного комплекса «Дорога памяти», где благодаря мультимедийным стендам, интерактивным экранам, световому и визуальному оформлению можно было полностью погрузиться в каждый из 1418 дней Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что многие участницы клуба «Золотая осень» детьми застали войну. Среди них есть и малолетние узники концлагерей. И этот эффект погружения, который активно использовался при создании экспозиции, вызвал массу эмоций. Тема тяжелая, конечно, но впечатлений очень много. Хоть мы и дети войны, сегодня еще раз как бы пережили это все. Это незабываемо, конечно. Незабываемое впечатление. После посещения музея участницы клуба «Золотая осень» вместе с экскурсоводом отправились в главный храм Вооруженных сил России. Построен он чуть больше года назад, но уже стал местом паломничества россиян. Храм необыкновенный. Вы знаете, это одно сплошное величие. Я не знаю, я больше не видела таких храмов, и это очень впечатляет. Конечно, много чувствуется, что там не только вложено много материальных ценностей, но там и духовности очень много вложено. Экскурсия по музейному комплексу и храму длилась более 3 часов, но для участниц клуба «Золотая осень» они пролетели незаметно. Полные энтузиазма они с легкостью провели этот насыщенный день и уже с нетерпением ждут следующих поездок. Максим Козлов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.